Всем привет! Сегодня у нас смалец. Старинное забытое блюдо, очень полезное. В нем там витаминов, минералов, всего достаточно. Я не знаю, там в Википедии, кому интересно, могут прочитать. Для меня это однозначно картошечка вкусная, ароматная. Не знаю, там что еще, выпечка, допустим, пирожки. Я вот помню, бабушка делала, это всегда очень нежные, воздушные, долго хранятся. Ну, не знаю, потрясающее блюдо. Вот такое оно у нас год спустя. Это осталась уже, по-моему, последняя баночка. Значит, технология очень простая. Здесь я все перекрутил. Здесь у нас и свинина, и курица, и индюшка. Ну, вот, короче, все, что было. Все достаточно свежее. Запах. Главное, чтобы у сала, который будет готовиться для смальца, не было запаха. Если он появляется, все, такое не годится. Вот в этом казане мы его будем растапливать. Где-то как он растопится, минут 5 я еще держу, потом процеживаю через сито, я все это покажу. Минут 10-15 это отдыхает, и как раз произойдет расслоение на такой бульон и сам жир. И вот его я в банку буду аккуратно-аккуратно разливать. Почему? Потому что я как раз люблю, когда сам продукт чистый, а когда туда попадает бульон, ну, он там становится такая, как, не знаю, как дрыгалочка, мне это, в общем, не нравится. Вот, вот такая вот ситуация. А потом автоклав на час при 120. И вот такой замечательный продукт будет. Сейчас все покажу. Так, вот первая партия у нас уже перетопилась. Сейчас остывает. Вот покажу, сколько будет самого чистого смальца и сколько там бульона на дне. Вот шкварочки. У нас многие любители этого дела. Сейчас тоже они пойдут в автоклав. Так, это вот пошла вторая партия. Вот хочу показать. Вот такой вот он. Ну, средний. Чуть больше среднего. Средний огонек. Вот идет следующая часть. Тоже понемножку уже отделяется. Так, вот вторая партия готова. Сейчас разливаю первую. Такая у нас красота получается. И вот здесь специально снять хотел. Очень маленький осадок получился, практически небольшой вот этого бульона. Обычно бывает больше. Все, сейчас все разолью, закладываю в автоклав, и можно будет уже посчитать, сколько получилось чистенького смальца, а сколько шкварочек. Ну вот сколько вот. Это, наверное, где-то с 4 килограмм приблизительно. О, какая красота. Еще булькает даже. О, все, крышки втягиваются. Слышно еще как булькают чуть-чуть. 6 баночек шкварок. Вот столько смальца. Вот так у нас смалец выглядит на следующий день, уже побывав вот эта баночка в холодильнике, в морозильнике. А вот эти банки, вот они не побывали, они вот только потихонечку снизу начинают застывать. Ну, приблизительно я посчитал, получилось где-то смальца порядка 4 литров из 8. Ну и вот этих вот шкварок 3. Я, конечно, их не очень люблю, но самое главное вот этот замечательный продукт. Вот такая красота.